greentechnika.ru – интернет-магазин техники для здорового питания номер один в России. Как известно, вакуумная упаковка – один из самых действенных способов увеличения сроков хранения продуктов. Сегодня мы расскажем, как правильно пользоваться корейским вакуумным упаковщиком от компании Corel. Пользоваться корейским вакуумным упаковщиком очень просто. Кладем продукт в пакет, фиксируем конец пакета с помощью клипсы, поворачиваем выключатель. Воздух откачивается, создавая безвоздушное пространство. После откачки воздуха пакет автоматически запаивается. Те, кто любит запасаться продуктами впрок, такими как мясо, рыба или ягода, должны знать. Эти продукты при вакуумировании дадут большое количество жидкости, которое может попасть на шов, что приведет к его некачественной запайке. Чтобы этого избежать, необходимо предварительно положить продукты на пару часов в морозилку. При упаковании сушеной рыбы есть риск повреждения пакета ее острыми частями, зубами или плавниками. Чтобы этого не произошло, используйте простую хитрость. Проложите бумажную салфетку между пакетом и рыбой. Упаковать под вакуумом можно даже салат. Вот при помощи вот такого вакуумного колпака. Просто накройте им любое блюдо и выкачайте воздух. Теперь можно спокойно убрать тарелку в холодильник. Использование вот таких вакуумных контейнеров почти в 5 раз продлит жизнь жидким продуктам, таким как супы, соки или пюре. С их помощью можно даже замариновать шашлык в вакууме всего за 10-20 минут.